Приветствую вас, дорогие друзья! Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Меня зовут Салтыков Сергей, и сегодня я отвечаю снова на ваши вопросы. На те, которые не вошли в первый выпуск, и на те, которые вы прислали снова. Итак, поехали! Дмитрий Зеленов из Москвы спрашивает: как во время танца на дискотеке с партнершей-спортсменкой показать ей, что сейчас она может расслабиться и танцевать в свое удовольствие? Как отучить партнершу проявлять инициативу в ведении, помогать партнеру и делать фигуры вперед ведения партнера? Ну, давайте по порядку. Как во время танца на дискотеке с партнершей-спортсменкой показать ей, что она может расслабиться? Вообще со спортсменкой сложно. Особенно, если она начинающая и никогда не танцевала другой социальный хастл, потому что в них заложена определенная программа танцевать на публику. Но что я мог бы посоветовать? Завести ее в близкое объятие и танцевать на очень простых шагах. Вперед, назад, на медленном пивоте, на поддержках, на обнимашках. Вообще делать те фигуры, где партнер полностью контролирует партнершу, и попытаться движением своего корпуса, медленно покачиваясь из стороны в сторону, ее расслабить. Это как с влиянием музыки. Вот если вы слушаете какой-нибудь марш, какой-нибудь пасодобль и регги, то дыхание, сердцебиение и тонус мышц у вас меняется. Вы расслабляетесь. То же самое нужно попытаться потанцевать с ней очень спокойно, очень просто, очень медленно. Может быть, это поможет. Как отучить партнершу проявлять инициативу в ведении? Вообще есть две теории ведения. Первое – это 100% приоритет партнера в ведении всегда. И второе – это ведение 50 на 50. В некоторых фигурах или даже в части этих фигур. Я, кстати, сторонник второй теории, потому что я танцевал с такими партнершами, которые помогают вовремя. И знаю, что это очень удобно. Думаю, что нужно ей объяснять отдельно каждую фигуру, где она следует за партнером, где она может помочь. И если она проявляет инициативу не вовремя, нужно просто отпускать руки во время тренировок, показывать ей, что вот здесь вот ты не прав. Но если такое происходит на конкурсе, где, может быть, она испугалась, перенервничала и начала включать вдруг свои руки, надо дотанцевать, потерпеть, компенсировать это, но потом ей все-таки объяснить, что вот здесь вот мне было с тобой не очень удобно, давай мы еще раз разберем этот момент. А на тренировках, мне кажется, нужно ее отпускать. Прямо показывать тот момент, где она включается не вовремя. Борис Ильин, Чебоксары, преподаватель, спрашивает: какие основные ошибки у начинающих, мешающие им хорошо танцевать? Как заниматься, чтобы достичь успеха? Как относиться к преподавателю в студии и самой студии? Как сделать так, чтобы люди не бегали из студии в студию? Такие преподавательские вопросы. Но давайте по порядку. Какие основные ошибки у начинающих, мешающие им хорошо танцевать? Самая основная ошибка – это считать, что ты уже знаешь все и что тебе учиться больше нечему. Все остальное не критично решаем. Как заниматься, чтобы достичь успеха? Заниматься лучше комплексно, то есть в группах и индивидуально. И хотя, например, в хастле индивидуальные занятия не приняты, они очень продвигают пару вперед. Потому что индивидуально вы разбираетесь именно с вашими личными проблемами и с проблемами танцевальной пары. И вот эту вот информацию, полученную на индивидуальных уроках, можно продолжать закреплять на групповых занятиях.
Как относиться к преподавателю в студии и самой студии? Относиться, как они того заслуживают. Если студия стала вашим вторым домом, если вы приходите туда и у вас поднимается настроение, если там все время происходит что-то интересное, и не только в плане изучения новых фигур, ходите. Если нет, удержать вас никто не сможет. Преподавателю нужно просто понять такой момент. Ученики уходят всегда. Кто-то раньше, кто-то позже, но ученики уходят всегда. Очень маленький процент их остается и становится либо ассистентом преподавателя, либо помогает как саппорт. Но особенность социальных танцев такова, что ученики уходят всегда, к этому нужно просто быть готовым. Как сделать так, чтобы люди не бегали из студии в студию? Люди будут уходить всегда, как я уже говорил, потому что кому-то нужны новые ощущения, новые знакомства. Кто-то хочет сравнить, что дается в той или в одной студии. Кто-то просто изначально считает, что он уже всему научился в этой студии, он уже все это слышал, ему учиться нечего, надо идти дальше, в другую студию. Поэтому, как сделать так, чтобы люди не бегали из студии в студию? Если это спортивный клуб, там идет такая некая промывка мозгов, что наш клуб самый лучший, мы осуществляем политическую поддержку своих учеников на конкурсе, и это действительно так, когда преподаватели студии судят своих же учеников на конкурсе, которые берут у них индивидуальные уроки, куда-то уходить смысла нет. А в социальном танце, мне кажется, если ученики видят своих преподавателей и большинство танцоров этой студии, танцующих хорошо на дискотеках, то тогда смысла уходить из этой студии нет. При условии, что вы для себя осознанно решили учиться танцевать. Вот, мне кажется, два вот этих вот момента нужно учитывать. Говорить, если вы спортивная школа, что мы лучше, и демонстрировать это результатами на конкурсах. А в социальном танце ничего не говорить, а просто танцевать. И если ученики будут видеть учеников старших этой студии, преподавателей, очень классно танцующих на дискотеках, то это позволит не бегать в другие студии. Итак, Спирякин Денис спрашивает: что делать, если партнерша много и не вовремя украшается в хастле на дискотеке и мешает ведению партнера? Здесь сделать что-то достаточно сложно, потому что контакт в хастле за кисти рук очень свободный. Кроме того, во время танца партнер вынужден отпускать одну руку, чтобы сделать какие-то смены мест. И в таком танце ограничить партнершу и навязать ей в кавычках свою волю достаточно сложно. Могу предложить попытаться ее взять в рамку, обнять и движением своего корпуса расслабить и попытаться получить удовольствие и дать ей получить удовольствие от ведения партнера. Возможно, что вы танцуете просто недостаточно разнообразно, интересно, и украшение партнерши – это реакция на ваш танец. Ведь такой вариант тоже нельзя исключать. Нужно посмотреть в первую очередь на себя, насколько вы танцуете интересно и разнообразно. Но если вы танцуете хорошо, интересно, разнообразно, а тем не менее, вот факт украшений не вовремя присутствует, нужно просто понимать, что есть два типа танцора. Первый – это танцор, который танцует
для другого человека, который ценит именно взаимодействие в парном танце. Неважно, он начинающий или опытный, много он знает фигур или мало. И такой танцор смотрит всегда на реакцию партнера на свои действия, нравится это или не нравится. А есть танцоры-фигуристы, которые гонятся за количеством фигур, которые в танце больше показывают себя. И вот если вы попались с фигуристкой, и вам не удалось взять ее в рамку, в близкое объятие, ну тогда что? Тогда нужно дотанцевать такой танец до конца, все равно сказать ей спасибо, улыбнуться и понимать, что и такие танцоры бывают. Завьялова Люба спрашивает, как партнерше расслабить руки в танце? Ну, насколько я могу понять, речь идет о руках на взаимодействии, а не о руках свободных, которых мы ставим в позицию. Знаете, когда музыканты, барабанщики, пианисты играют дробь, либо какое-то тремоло, они вынуждены делать это все очень свободной, очень расслабленной рукой, иначе не будет такой высокой скорости. Поэтому могу предложить примерно такой же вариант. Танцуй основной шаг одной. Попытаться подвигать пальцами руки. Сначала только пальцами. Причем в ритме более быстром, чем шаги. Затем попытаться сделать то же самое с кистью. Можно в таком направлении, можно в таком направлении. Потом подвигать с пальчиками и с кистью предплечьем. И в конце можно подвигать плечами. Причем все это делать на шагах сначала одной. И вот если вы сможете добиться большей скорости, свободы вот всего верха, тогда можно попробовать попросить партнера помочь вам, поассистировать, потанцевать только основной шаг, либо основной шаг и нижнюю смену мест, какие-то очень простые фигуры. Попросить, чтобы партнер вас держал за руку, а второй рукой проделывать все те же самые упражнения, но уже во время танца с партнером. Сначала одной рукой, потом другой рукой. И вот нужно половить эти ощущения расслабленности, которые вы чувствовали, когда вы танцевали одна, и пытаетесь чувствовать, когда вас ведет партнер за одну руку. Вот это должно помочь. Человек с ником Shirt Mancrip спрашивает. Вопросец такой. Почему в танцевальных соревнованиях танцуют не танец в своем привычном понимании, а какую-то хрень? Например, сальса, бачата, хастл, если посмотреть на соревновательные выступления пар, танцуют такие вещи, которые ни за что не получились бы с незнакомыми партнерами. Много придуманных, несуществующих движений. Зачем так делают? Это такие условия соревнований или просто хотят выделиться и станцевать то, что никто ранее не видел и не слышал? Ну, собственно, ты сам ответил на свой вопрос. Да, это такие условия соревнований. На соревнованиях люди борются за место. Первое место одно. Нужно выделиться чем-то. Супер формой, супер костюмом, супер трюком. А на дискотеках люди не борются с незнакомыми партнерами, а просто танцуют. На дискотеках невозможно станцевать какие-то сложные трюковые вещи, которые требуют длительной отработки. И вообще трюки на дискотеке танцевать не принято, потому что это дурной тон. Вы можете помешать другим партнерам. А соревнования – это соревнования, это другой вид танца. Касаткина Ольга спрашивает, что делать, если партнер плохо слышит музыку, а ты ее слышишь хорошо? Как быть в таком случае с видением? Помочь ему сориентироваться, считать ему перебор, а танцевать не музыкально не хочется. Что делать с такими партнерами, не танцевать с ними? К сожалению, хастл, дискотека не храм. Люди туда приходят просто общаться. И несмотря на то, что
танец в музыку – это первое то, чему должны учить в школах танца и учиться. Партнеров таких много, это факт. Ну, считать во время танца действительно не стоит. Могу посоветовать изменить тонус своих рук партнерши, сделать их более мышечными и протанцовывать основной шаг, основные фигуры также более мышечно, для того, чтобы повлиять на скорость пары, для того, чтобы немножечко притормозить этим партнера, потому что партнеры чаще всего торопятся. Либо наоборот, максимально расслабить свои руки, чтобы рывки партнера проваливались. Такой стиль также может помочь повлиять на музыкальность пары и в целом быть более музыкальным, танцевать в музыку. Вообще, если вы чувствуете потенциал партнера, что он, в общем-то, может танцевать хорошо, музыкально, но ему не хватает каких-то знаний, каких-то навыков, он вам нравится, можно его пригласить в студию танца, где, как вы считаете, музыкальному танцеванию уделяют достаточно много времени. Не на правах рекламы. Липинский Дмитрий спрашивает: Сергей, не мог бы ты рассказать, что знаешь об истории парных танцев? Было бы интересно послушать. А если бы ты еще и движения показал, какие где были, в какие направления, в каком виде пошли, было бы вообще супер. Тема, конечно, большая. Можно ограничиться каким-нибудь направлением для начала. Я думаю, это было бы интересно многим и сыграло бы немалую роль в поднятии уровня культуры и просвещенности танцевального сообщества. О, это надо снимать либо отдельную передачу, либо цикл передач, потому что вопрос действительно очень интересный и большой. Если попытаться очень коротенько ответить в рамках блога «Ответы на вопросы», то совершенно точно могу сказать, что все сценические, бальные, бытовые танцы прошлых эпох и современности восходят к народным, что видно из анализа отдельных движений и жестов, так и из опыта исторических аналогий. За манерностью поз, за вычурностью движений скрывается замаскированная народная хореография. Документально проследить зарождение и развитие парных танцев можно где-то начиная века с 16-го, с испанской сарабанды, с французской куранты. И танцы прошлых эпох были совершенно не такие, какими мы привыкли видеть парные танцы сейчас. В 17-18 веке появляются танцы, оказавшие колоссальное влияние на развитие парного танца в целом. Это минуэт и контраданс. Минуэт – король всех танцев и танец королей, как его называли при дворе Людовика XIV. Самый популярный танец на ассамблеях Петра I изначально был танцем французских крестьян провинции Пуату. Контраданс, насчитывавший 900 разновидностей, получивший бешеную популярность в странах обоих полушарий, давший начало таким танцам, как кубинская хабанера, русская плясовая кадриль-барыня, изначально был танцем английских сельских жителей, что видно из его названия – контраданс, кантри данс, сельский танец. И 17-18 век – это были танцы, когда было господство так называемой пары суэльта, раздельной, когда партнеры танцевали не как одно целое, не держась за руки. Это были танцы-пантомимы, в которых действия танцоров ограничивались только их фантазией, где не было строго регламентированных фигур. Однако парный танец развивался именно в сторону парности, и если в минуэте танцоры танцевали друг напротив друга, и пара не координировала свои действия с другими парами, то уже в контрдансе мужчина мог брать женщину за руку или под руку в некоторых фигурах,
и пара была вынуждена координировать свои действия с другими парами. Так продолжалось где-то до середины 19 века, до появления вальса. Вальс ознаменовал новую эпоху в развитии парного танца, танцев в стиле пары «энласада». От испанского слова «энласар» — «связывать», «соединять». Танцоры начали двигаться как одно целое. Партнер мог взять партнершу за талию, и она и его партнеры могли положить руки друг другу на плечи. И, как я уже сказал, первым танцем классическим такого направления был австрийский вальс. Потом появилась полька, галоп, мазурка, и танцы начали больше напоминать те парные танцы, которые вы можете видеть сейчас на дискотеках. Однако вот отголоски тех прошлых эпох, когда партнеры танцуют друг напротив друга, не держась за руки, такую некую танцевальную импровизацию, танцы в стиле пары суэльта, и затем, когда они берутся за руки, и партнер ведет партнершу на какие-то смены, на какие-то фигуры, танцы в стиле пары энласада, вы можете наблюдать сейчас на дискотеках. И если очень коротенько говорить про историю развития парного танца, то в этом выпуске я бы ограничился, наверное, вот таким выступлением, а когда-нибудь по истории я обязательно сниму целый сюжет. Друзья, если у вас есть вопросы, и вы бы хотели получить на них ответы в следующих выпусках, пишите, оставляйте их в комментариях.